Ми в прямому ефірі. Я хочу з задоволенням представити гостей, які завітали до нашої студії. Отже, це організатори та учасники акції «Зіркове літо». Мої вітання одразу хочу представити. Це організатор Олексій Корольов та запрошені зірки та співорганізатори, напевно, можна сказати, так, Ірина Еліс та Дмитро Попов. Мої вітання. Отже, Олексій, напевно, перше запитання буде для вас, бо для вас це ваше життя зараз. Те, що відбувається у вашому житті, те, що проходить зараз, кожного дня, вночі і так далі. Тобто в думках ви все одно в цій акції. Як, коли, хто або кому прийшла така думка організувати цю акцію? Ну і, напевно, давайте ще раз скажемо, що це для діток з дитячих будинків, які зустрічалися зірками нашого міста. Ні, я сразу... Це не тільки так. Это не совсем так. На самом деле, если делать акцент для каких детей, это дети, попавшие официальный статус, попавшие в сложные жизненные ситуации. Mm-hmm. То есть это дети из очень бедных семей, из многодетных семей. То есть по тем или иным причинам, у которых как бы и ограниченные возможности в плане каких-либо благ любых, да. И это дети не из, из дитячих будинків, mm-hmm. это дети из семей. Это дети из семей. Вот. Ну, а по поводу идеи, как вообще родился этот проект, это очень интересно. Здесь бы я чуть-чуть хотел дать сразу слово Диме Попову, потому что это его идея. Мы уже скорее выступили как на поддержку и уже организовывали сам процесс. Поэтому здесь... То-то цена снялась все в ночи сам и вам. Да. Приснилось это Диме. Да, пришла идея. Я даже не помню того момента, каким образом пришла идея. Просто появилось желание сделать нечто для детей. Причем не просто развлекательный какой-то проект, но проект, который будет полезен с точки зрения психологии. В частности, у меня была главная задумка сделать проект мотивационный. То есть создать условия для детей, в которых бы они не просто развлекались, но они бы получали ту информацию, которая, возможно, их мотивировала по жизни. И я думал, каким образом это можно сделать. И потом просто понял, что нужно найти тех людей, которые могут для детей стать примерами для подражания. Mm-hmm. Так как я сам, в принципе... отчасти из шоу-бизнеса харьковского, и я знаю многих представителей этой сферы, и я знаю среди этих людей огромное количество тех, кто действительно может быть для подросткового поколения примером. Интересные, целеустремленные, находчивые, с верой в себя и амбициозные. И те люди, у которых нету вот этого вот ужасного табу, когда я что-то не сумею сделать. И вот я понял, что нужно создать просто детям те условия, когда они смогут пообщаться с такими людьми. И была когда-то пробная версия небольшая, вот, за что огромное спасибо Ире, она тогда тоже участвовала в пробной версии этого проекта. Ну, Ірина Еліс, тобто ведуча нашего канала «Знает все», она активна, красуня, комсомолка, тобто багато різних епітетів. Вот поэтому-то мы ее тоже, в частности, пригласили в первый раз, и потом уже, когда был организован проект «Звездное лето». То есть, когда была придумана идея, не помню, но действительно цель была такая – создать мотивационную почву. Добре, це зрозуміло. Все ж таки, де ви брали цих діток? Тобто, як їх знаходили? Да. Це ж теж не так просто. Это не просто. И на самом деле у нас есть специальные, это называется, социальные службы, в каждом районе есть. Мы обратились... есть еще, кроме этого, социальная служба доверия, которая курирует эти социальные службы. И мы с ними уже до этого сотрудничали, помогали детям. И мы обратились в эти социальные службы через доверие. Они собрали с каждого района по 10 детей, плюс детский дом семейного типа «Отрадная». И так получилось 100 человек, то есть 9 районов, с каждого района по 10 детей, возраст детей от 13 до 16 лет. То есть это наиболее... Это уже підлітки, да, можно сказать, яких треба мотивувати жити. Да, но я вот чуть позже там по ходу общения расскажу, насколько была реакция у детей, как они общались со звездами, вот Дима сказал, и насколько, ну, это... Очень сложно передать словами, на самом деле, насколько у них горят глаза. И вот Дима очень хорошо сказал про психологию. На самом деле, видимая сторона айсберга, да, это то, что дети проводят время, то, что дети соревнуются. Ну, мы еще не говорили, наверное, да, о самом проекте. Не, еще не говорили, да, ну, это да, мы давайте, тогда, да, чуть позже скажем. А дети, это вот с каждого района, то есть нам этих детей предоставляют социальные службы районов, каждого района. И здесь помогает доверие, которое координирует все эти 10 районы. 10 районов, значит, 10 зірок. Да. Правильно. Ну, тобто, да. Всі, да, добре сказали одностайно. Отже, як домовлялися? Я зрозуміла зі слів Дмитра, що це, ну, повинні бути такі неординарні особистості. Хто брав участь?
Окрім Ірини Ерліс і нашого Івана, і крім вас. Да. На самом деле брали участие, берут участие в этом проекте те звезды, которые могут быть авторитетами для этих детей. То есть это те звезды, которые для этого поколения, этому поколению известны. Это исполнители, участники телевизионных проектов, талант-шоу всеукраинских. Ну кто это конкретно? Давайте я вам назову, конечно же, с удовольствием. Это Виолетта Казакова, участница известного телепроекта, вокального телепроекта. Это Александр Кварта, небезызвестный всем харьковчанам вокалист, исполнитель, артист талантливый. Это актеры телевизионных сериалов. На телеканале ТЭТ выходят два сериала, «Краина У» и сериал «17+». Там есть харьковские актеры, я из сериала «17+», Кристина Пананаева есть из «Краины У», еще из «17+», Дмитрий Сидоров у нас капитан команды и Инна Островская. Дальше это шоумены. Это Владислав Крапивка, есть в Харькове шоумены, телеведущий на одном из харьковских каналов. Вот. Также у нас участвовала полуфиналистка проекта «Голос», участвует Аня Корсун. Вот. Вот такой вот состав. Периодически мы дополняем, мы знакомим с еще большим количеством звезд, детей, и тем самым у них круг общения расширяется. Это хорошие, это активные, это талантливые и очень позитивные. А, ну и, конечно же, еще коллега Ира Элис, Ваня Русанов. Не скажу, не нашего Ивана, еще Рома Зинченко был. И Рома Зинченко. То есть, да, телеканал ОТБ у нас практически утренний эфир был представлен практически полным составом. Ну, це тільки половина, найкраща, можна сказати так. А ще в нас є дуже цікаві ведучі, тому обов'язково зверніть на це увагу. Ми обов'язково. Олексій, таке питання. Все ж таки з 13 до 16, ну це такий хибкий вік, коли зацікавити чимось дуже важко. Чи не боялись ви того, що програма, яку ви запропонуєте, вона буде не цікава якраз цій категорії? Бо ну я розумію, що неможливо, нема в цих дітей планшетів, якихось там крутих телефонів, проте вони мають інформаційний доступ, ну дуже широкий. Были такие разговоры, и когда были собрания по поводу того, как детей подбирать и так далее. Ну, на самом деле, благодаря Диме и его гениальной идее, я не побоюсь слова гениальной, потому что какие этапы? Ну, тобто я одразу, да. Як проходили ці конкурси, да, це ми можемо сказати, що це була конкурсна програма різних да, днів. То есть вона ще триває. Ну, і триває, добре. Да, вони йдуть кожен понеділок. На самом деле, дуже цікаві етапи. Це іменно для цих дітей від 13 до 16 років. Тобто це боулінг, це картинги, це пейнтбол, веревочний городок, квести. І дітям це дійсно цікаво. Але тут ключовий момент, я вот хочу це підчеркнути, ключовий момент – це зірки. Тому що, коли дивишся, як спілкуються зірки з дітьми, ну, здесь просто замирает сердце. Я вам честно скажу, вот я присутствую на каждом этапе как организатор и просто наблюдаю, как дети общаются со звездами. И ну, ты здесь очень четко понимаешь, что на самом деле происходит не просто досуг активный детей, не просто какое-то развитие, а происходит их внутренние изменения. Ребенок после общения со звездой, и причем вот здесь я хочу сказать огромное спасибо нашим любимым, дорогим звездам, которые не просто с открытым сердцем и с открытыми ладонями пришли к этим детям, они пришли как к равным себе. Это очень важный момент, ведь ребенка нельзя обмануть. То есть можно сделать улыбку, можно что угодно сделать, но внутренне обмануть ребенка нельзя. А здесь было действительно открытое сердце и позитивный посыл любви, это очень важно. И ребенок этим заряжается, ребенок, это у него зажигается сердце. Если после этого проекта, я думаю, не у одного, а может быть даже у десятка детей что-то внутри зажгется, и они будут очень-очень чего-то хотеть и этого добиваться, потому что они уже по-другому себя чувствуют. Вот есть звезда, которая, казалось бы, недостижимая. Тут звезда мало того, что спустилась к ним, но она первая среди равных. Это очень важно, и дети это чувствуют. Ну, давай про що відчуває все ж таки сама зірка, бо дійсно Іра завжди приходить, а мені треба. От мені треба, я прийду обов'язково на роботу, проте я от сьогодні першу частину дня, я буду там, бо мені треба присвятити час, я хочу побути. І тобто, окрім того, що це було бажання, тобто це те, що я бачила сама. Я бачила, з якими очима, які вони класні, і то, а ми виграли, а Ванька там друге місце зайняв. Тобто ми дійсно всією редакцією можу сказати, що ми це дуже активно переживали також. Тому, Іра, що відчуває?
працювала ти? По-перше, дуже дякую за те, що я змогла бути там. І дійсно, коли Діма вперше зателефонував, я сказала, обов'язково буду, тоді, коли це ось одноразово було. Цього разу я сказала, що я не можу не потрапити, тому що це дійсно важливо. Не лише для дітей, а й для мене, тому що це дійсно це спілкування, це цікаве спілкування. Ми з дітьми дуже багато про що говоримо, на різні теми, не лише на теми, що стосуються цього проєкту. Ось минулого разу у нас був боулінг, ми там виграли, моя команда. Так, це дуже приємно. Привіт, можна сказати? Так, привіт моїй команді. Так, ну і після боулінгу мої діти, можу так сказати, мали змогу покататися на ковзанах. Вони обрали ролики, і насправді я могла просто розвернутися і піти на роботу, ну, але тим не менш я не могла цього зробити, я хотіла залишитися разом з ними, і вони їздили, показували мені якісь трюки, ну, вони мене вже сприймають як друга, як, ну, я не знаю, можливо, як старшу сестру, і для мене це також дуже важливо, бачити ці оченята відкриті, задоволені, коли цей дух перемоги, ну, це просто таке ні з чим не порівняне відчуття. Дмитро, ну, передай привіт своїй команді, тому от ваші відчуття. Команда Unity, ми ще прорвемося. Ми не победили в боулінгі, але ми не розстраюємося, ми не отчаюємося. На самом деле, у мене просто потрясающее чувство, потому что я понимаю, что мы вот отдаем свой долг перед обществом. Мы те люди, которые, в принципе, уже там чего-то добились, мы где-то участвуем, мы принимаем участие в проектах, мы на телевидении, и мы можем быть очень ценными рычагами и рычагами развития. И вот мы как раз, по крайней мере, я чувствовал, что мне хочется это делать, я знаю, что у меня есть некий опыт, некое понимание каких-то жизненных моментов, которые мне помогли чего-то достичь, и я понимаю, что я хочу это отдать. И вот благодаря этому проекту, благодаря нашей благотворительной организации, вот, собственно, мы все вместе это делаем, появилась возможность это делать. Давать детям знания, давать им посыл и давать им мотивацию. Для меня это самое важное. Потому что я понимаю, что вот это тот возраст, когда, по сути, ребенок является пластилином. Он уже в состоянии воспринимать здоровую информацию, посыл серьезный психологический. То есть это уже не тот возраст, когда ребенок там 10-9 лет, ему, возможно, говоришь серьезные вещи, он еще никого не воспринимает. Нет, это пластилин. И мы можем его немножко правильно программировать. Потому что, допустим, я по себе знаю, у меня никогда не было никаких ни табу, у меня никогда не было мысли, что я что-то не смогу. Я никогда не слушал, когда мне люди говорили, да у тебя не получится. Я говорил, да послушайте, вы ничего не понимаете. Уже это самоуверенность. Тогда эта самоуверенность, она ведет по жизни. Это двигатель. Я и я просто знаю, что многие подростки, я часто работал с подростками по линии КВН, и я знаю, что многие не уверены в себе. Они говорят, а у меня не получится, это я не умею. Так глупости все это. Человек, если его правильно направить, если задать ему вектор, он пойдет. И вот как раз у меня, например, я счастлив, потому что я понимаю, что наконец-то вот потребность давать тот опыт, который есть у меня, вона імеється зараз, і це вдається. Наскільки ви розумієте, що робота з дітьми – це все ж таки велика відповідальність? Ну, це таке загальне питання для вас усіх, хто готовий перший. Ну, Катерина, відповідальність дійсно вона велика, не лише фізична, тому що дійсно ми фізично відповідаємо за дітей. Якщо я, як капітан команди, 2 години бігаю по нашому парку Горького, і я маю відповідати за те, щоб дитина не пошкодила собі руку, ногу чи що-небудь, щоб вона десь там не загубила. Так, дійсно, це відповідальність. І ну, це, мабуть, також загартовує. І відповідальність дійсно і психологічна, тому що ну, особисто я себе зіркою не так і вважаю, але тим не менше називаюся на проєкті зіркою, і діти також мене такою вважають. І дійсно треба їм показати, що люди, яких вони вважають зірками, що вони насправді такі ж самі звичайні люди, вони так само можуть спілкуватися з ними, можуть пожартувати, можуть десь програти. І, ну, тобто треба показати, що ми звичайні люди, і що ми рівні разом із ними, і що ми єдине ціле, як у нас це є ось у кожного з капітану команди. Олексій, як організатор, ви проблема відповідальності, ну, і безпеки, да, інше, те, що вже говорили. Чесно, можу сказати, що, ну, там,
по безопасности это, конечно, все продумывается, и здесь действительно есть ответственность за детей. Вот, что касается по звездам, это действительно был такой момент, мы же не знали, здесь мы полностью полагались на Диму, и мы знали, что Дима очень ответственно к этому подойдет, к этому выбору. И когда уже состоялся первый этап, и когда мы увидели, насколько ответственно подходят к этому звезды, и хоть Ирина говорит, что она не зирка, но я помню, как дети говорили, можно, пожалуйста, чтобы... А была честная жеребьевка, и вот дети, которые хотели именно, чтобы была у них капитан Ира, вот я помню этот момент, они перед тем, как была жеребьевка, об этом говорили, и так получилось. А мне Останя досталось. Я Останя стояла на сцене. Да, и так получилось, что как раз вот Ира попала к этим детям, которые так ее хотели, то есть ее знали. Вот. И я здесь еще очень хотел вот тоже сказать, вот именно по поводу ответственности, Здесь на самом деле вот очень хорошо сказал Дима, и я давно с детьми работаю, уже более 5 лет, наверное. И я здесь могу сказать, это очень важный мотивационный момент, потому что когда дети начинают больше верить в себя, когда дети начинают больше что-то видеть, ведь ни для кого не секрет, что в семье, которая хорошо зарабатывает, которая постоянно куда-то ездит, у ребенка есть возможность видеть то, еще если родители способны обучить ребенка, чтобы он добивался и трудился, то готовый лидер. А когда ребенок ограничен в возможностях, когда ребенок в силу определенных обстоятельств, он не все видит, что бы хотел видеть, то это для него это просто, действительно, как, знаете, как в пустыне вода, и когда начинает уже из пустыни получается оазис. Вот здесь то же самое. То есть это на самом деле реакция будет и через год, и через два, и через три. И то, что вот сейчас происходит, это маленькое чудо. Я не побоюсь этого слова, это маленькое чудо. Это происходит вот на 90% благодаря нашим зв'язкам і благодаря їх. Ви знаєте, я хочу підсумувати, бо, на жаль, дуже швидко минає час, і тим більше, коли дуже цікава розмова і цікаві гості. Це просто відверто вам кажу. І хочеться вам просто подякувати за небайдужість. Не хочу вам говорити дуже гучних компліментів, але небайдужість, напевно, в наш час – це найголовніша з чеснот, яка дає можливість розвиватися багатьом, і не тільки нам самим. І хочу для наших глядачів сказати, що сьогодні у гостях у програми «Харків онлайн вечір» були організатор акції для дітей «Зіркове літо» Олексій Корольов, а також зіркові гості Ірина Еліс та Дмитро Попов. Дякую вам. Гадаю, що оскільки проєкт триває, що це наша з вами не остання зустріч, гадаю, що будемо говорити ще про результати. Отже, наш ефір триває, а далі все ж таки ще про літні моменти. Це не тільки ігри, це не тільки розваги, а це і все ж таки певні проблеми. Такі проблеми, як сонячний та тепловий удар. Далі програма «Азбука життя» і Оксана Кузнєцова розповість вам, як не потрапити в таку халепу.